32 миллиона тонн нефти дает в этом году советский социалистический Азербайджан. Орденоносный отличник Мамеш Бабаев – один из многих героев нефтяного фронта. Высокогорной Абхазии. Создается крупнейшая Кварчельская электростанция. Скоро в колхозах Абхазии загорится лампочка Ильича. На Цихизбирских высотах возле Батума раскинулось необычайное сооружение. 750 лимонных деревьев, вывезенных из Италии, растут на уступах бывшей византийской крепости. Ароматными фруктами из лимонного замка будет снабжать советский Аджаристан трудящихся союзов. Сталинградский тракторный завод имени Феликса Дзержинского колхозным полям нашей Родины. Гиняев первым приобрел себе и дочери велосипеды. Необычайны стали способы передвижения татарского колхозника. Ровно в 12 часов открылся пленум Толкишевского сельсовета Татарской автономной республики. Первый конный Семен Михайлович Буденный.
командиры показали высокие образцы кавалерийской подготовки.